Здесь Кировская, смотри. Здесь Кировская область, да? Да. Смотри. То есть это въезд в Кировскую область отсюда. Ну ты что по лужам-то бегаешь? А? А здесь, смотрите, Костромская область. С картошкой. Такие пироги с картошкой. 18 рублей стоит, прикиньте. Там, кстати, недорогая выпечка. По сравнению с Краснодарском, там дороже. Да, дороже было, но. Па-бам! Смотри. Эй! Сейчас волк бежит из леса, я на вас посмотрю. Вологодская область. Вологодская область. А мы в Вологодской области, город Тотьма. Осталось километров 200. У-ху. Ребята, заезжаем в Тотьму. Она находится на реке. Сухона. Река Сухона. Вон храмов сколько, смотрите. Вон красный купол, да? Видно, да? Через 600 метров поверните направо. Смотрите. Это Тотьма. Мы в ней будем сейчас ночевать. Отпал все-таки этот ветровик, который я приделывал на резинку. Вон там сзади болтается. Ля-ля, вон, ля-ля. Ага. Положили его сюда. Ну ладно, хоть был на резинке. А то бы так улетел бы и под машину бы там попало, и все бы сломалось. Не было одного. А потом дома, сейчас все равно сыро на улице, дома просушу. И новый этот двусторонний скотч сделаю и приклею ее. Едем мы до Шарии. Еще ехать нам... Сколько? 58. 60 километров. Ребята развлекаются как могут. Так что мы не унываем, тоже с ними тут гогочим. Так что едем, друзья, едем. Далеко еще ехать. Подъезжаем, какая-то стелла стоит. Маленько даже сброшу. Впереди, впереди. Костромская. Костромская область, друзья, смотрите. Пойдемте, выйдем. Костромская область. Маленько разомнемся. Устали? Пойдемте. О, этот скажет мне. Мы там грузовичок маленький. Обгоняем, он снова. Обгоняем, он снова. Скажет снова. Здесь Кировская, смотри. Здесь Кировская область, да? Да. Смотри. То есть это въезд в Кировскую область отсюда. Ну ты что по лужам-то бегаешь? А? А здесь, смотрите, Костромская область. Круто, мы еще, мы еще как-то и это, да, мы еще как-то, как-то, ну поднимись что, так а что, несложно же, поднимись, не упади, упадешь, грязный будешь, мама-то сама в лужу топчется, класс, я не думал, что мы вот так вот будем, Костромская область тут. А мы едем же в этот, в Тотьму, но это область Вологодская. Хорошо, мы еще и Вологодскую пересечем. Мы еще и Вологодскую пересечем. Эту, мне кажется, мы маленечко задеваем, чуть-чуть. Да, зацепляем чуть-чуть. Где мальчик, колокольчик? Да нафиг, Дима, слазь, да ну тебя, ты что, грязный сейчас весь будешь? Не надо, все, пойдем. Вот, поразминайся маленько, вот. О, видите, как мы тут? Тихонечко с ума сходим. Тихонечко сходим с ума. В Костромской области почти что. На границе Кировской
и Костромской области. Так, вздремни маленько, поспи. Так далеко мы еще не выбирались, да? Ну ладно, поехали что ли дальше? Ой, танцоры диско. Все, погнали. Отпало, вон, видите, двусторонний скотч. А так здесь вообще не держало клей-то. Ну ладно. Ладно, погнали. Давай, Кировская область. До встречи. А вот там на знаке написано: участок автомобильной дороги Кострома, Шарья, Киров, Пермь. Вот мы как раз по этой и едем. Город Вологда, там что-то тыры-пыры-пыры-пыры. Все, погнали. А погоди, что такая засыпательная? Да встали еще в 5 утра, ну, спаникнуты. Машину качает от фур. Фуры идут мимо, машину вот, вот, вот качает. Так, ну все. Поехали. Булочку? Не знаю. Давай. Давай поклюем булочку. Вот видите. Может, похудеем. Едем, да. Диетические булочки доедаем. Эй, ладно, что. Что-то опять дождь пошел. Опять что-то такая погода какая-то. А что, уже кто-то сожрал сосиску в тесте? Ты мне давал. А, тебе давал? Ага, я думала, это... Твою съели, думала. Шанька есть и пирожок с картошкой. Мою, что я там хотел, ты помнишь это? А мои все съели, что ли? Нет. О. Я вот тут попробую. Это мы там купили еще, в этом. А Шанишки на вечер останутся там, в квартире. Я уже забыл. Ой, а что не писать? В кафе, в столовой. С картошкой, такие пироги, сказал. 18 рублей стоит, прикиньте. Там, кстати, недорогая вишечка. По сравнению с Краснодамском, у нас дороже было, но... Ладно. Жуем. И тихонько едем. Да, потом. Костромская область встречает нас проливным дождем. Но дорога хорошая. Асфальт нормальный. Ну, 90-100 идем, вот нормально. Больше-то и не надо, что. Можно больше, но мы не торопимся. Да, можно больше, но зачем? Нафиг. Рисковать не надо. Путь далекий. Тише едешь, дальше будешь. Подъезжаем к Шарье. И нам вот за этим вот 141 километр. Грузовым автомобилем 141 километр дальше. До поворота. О, красивые места. Как-то так все. Главное, асфальт такой нормальный вообще. Дорога хорошая. Шария остается у нас в стороне. А, вон там она остается, скорее всего. Шария уже все, мы вот сейчас выходим. В сторону уже, наверное, Тотьмы, получается. Проехали где-то 700-750 километров от Краснокамска. Сейчас едем вот уже в сторону Тотьмы, но еще километров 300-350 надо проехать. Дорога поменялась, конечно, ну, по качеству. Но в целом как бы нормально. То есть 190 идти можно. Вот
такая, вот видите, как бы есть трещинки на дороге. Ну ничего, нормально. Вот местами я видел еще по карте, когда маршрут строил, что местами может пропадать асфальт. Ну здесь я понимаю, что-то сделали наподобие асфальта, по крайней мере. Что-то странный какой-то асфальт, да? Вообще. Как будто сами руками. Но не говори, как будто без катка клали здесь, реально. Вроде как есть, но он неровный. Но. Вот так вот. Так что едем до лучшей дороги. Пока что так себе. Но ехать можно. Бывает. Бывает, дорога пропадает иногда. Немного. Максимум километров на 10 пока. Потом опять нормально все встает. Дождя хоть не стало. Дождя не стало, уже хорошо. Дорога до Тотьмы осталась километров где-то в районе 200-250. Нормальная как бы такая, ну как нормальная? На 4 с минусом, наверное, такая, но... Какой? Так ну что? Ну 90 же можем идти. Ну временами, да? 90 идти можно. Но вот на трассе на нормальной, да, мы ехали, например, 100-110. То здесь мы идем где-то 90-80. И самый прикол в чем? Вот мы едем уже хрен знает сколько, километров, допустим, 150. По этой дороге машин нет вообще. Мы едем одни в лесу. И мы думаем, мы вообще. Стоят на обочине, парочка стояла. Да, такие же, как мы, путешественники, короче. На заправке еще на. Да, мы еще заправили, сейчас разочек заехали. А то вдруг заправок не будет, что-то мы как-то это очкуем. Решили заправиться. Но вот что машин нету, это факт. Вообще нету. Вот мы едем, 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 едем. Машин нет. И разрушенные деревники. Да, и деревни заброшены. Прямо домов по 7 стоят, прямо видно, вот такие все покосились. 3 километра назад было 7 разрушенных деревянных домов. Да. Недавно была деревня разрушена. Дорога в заплатках, но которая уже временем из этих ямок повыбивала эти все заплатки. И такие все равно ямки. Как бы, ну пока еще нормально. Пока еще более-менее можно ехать. Вот, я говорю, вот мы сейчас идем 80 км в час. Это, в принципе, еще можно так ехать. Нормально. Есть местами, где, видите, вот как вот, типа мост или что это такое. На мостах почему-то вот такие больше. Вот такие, видите, оба, видите, какие ямы. Дальше, видите, снова более-менее дорога начинается. Иногда даже 100, иногда 110 даже можно дать вот по такой вот. Она, в принципе, видно такая вся потресканная, но ничего, нормально. Уже прислали нам смс-ку из города Тотьма. В общем, да, про квартиру. Адрес прислали, как проехать там. Ну, то есть, уже конкретно все обговариваем. Пока списываемся смс-ками. Сейчас поближе будем, за час до приезда. То позвоним. Проехали мы где-то сейчас вот. Мы находимся между областями, я думаю. Между Вологодской областью и Костромской. Где-то вот здесь мы едем. Проехали где-то 750 километров. До пункта назначения, до первой нашей ночевки, остается примерно 250 километров. Значит, мы проехали больше. Весь путь должен занять у нас до Тотьмы, до первой ночевки. От Краснокамска до Тотьмы 1100 километров. Так, едем мы уже где-то часов 11 в пути. Практически без остановки. Вот, один раз поели и пару раз маленько размялись по 5 минут и все. Перекусили еще только мелочи. Ну вот, заезжали в кафе. Не, ну и так по мелочи перекусили, потому что один раз поели. А, так это на ходу? А, не, ну на ходу перекусывали, пирожки вон ели. Вот, и все. Короче, сейчас уже не так много, что за спиной, сколько мы проехали, уже 250 километров там, или там сколько, это кажется уже фигня. Ребята уговорили, вон взяли газировку.
Так что едем, нас там уже ждут. Все на прогулку. Все на гулянку. Маленько разомнитесь. Короче, у нас снова событие. Вы можете это видеть. Вот там, короче, написано Костромская область. Въезд. А здесь, короче. Ребята. Ну вы уже, наверное, увидели, да? Па-бам! Смотри. Эй! Сейчас волк бежит из леса, я на вас посмотрю. Вологодская область. Вологодская область. А мы в Вологодской области, город Тотьма. Осталось километров 200. У-ху. Класс. Мамуля, ты рада? А как сюда забраться-то? Мамуля устала уже, да? Значит, как сюда подняться? Так поспи маленько, поспи. Давай маленько пошевелимся, что засиделись, правда. А здесь что? Счастливого пути. Вот так вот. Да. Ходите в туалет, пока это. Вот так что, ребята, все. Гоним дальше. Вон нам туда, как раз откуда машина пришла. Ну, это, сделаем. Вот, сфоткайся, подружки пошли. Иринки пошли. Вологодская область. О, немножко еще осталось. По сравнению с тем, что мы уже прошли. Конечно, дорога так себе. Вот эта дорога. Такая. Машина, я говорю, вот прошла машина, да, это вообще, наверное, одна за 200, первая за 200 километров. Смотрите, вообще машин никого нету. Вообще, офигеть. Здесь у нас Костромская область стоит. Но мы уже видели, уже ладно, там уже не будем подходить. Че, ребята, поехали? Фоткаетесь? Ну вот. Хотя, нет, давай еще маленько поразминаемся сейчас. Зарядку поделаем и поедем. Вот единственное, как бы тяжело уже сидеть устали, а так-то как бы нормально. Нет, я вот, да, я вот, кстати, себя нормально чувствую. Я первый раз столько много проехал на машине за раз. А я то, что рано встали, спать хочу и устала сидеть. Слушай, мы уже километров 800, наверное, проехали. Не 700, а 800. 800 уж. Уже 800, наверное, проехали, даже поди больше, чем 800. Все? Километров за раз, и как бы, ну, я нормально себя чувствую, ничего. Не прямо устал. Нормально, это, короче. Это не усталость, это утомление. Да, утомление, наверное. Рано встали, и все сидим в одном положении, и все, эти деревья мелькают из-за этого. Ребята, вон фотосессию устроили. Ладно, все. Погнали дальше, друзья. Осталось где-то 100 километров до Тотьмы, до нашей первой ночевки. То есть это значит, если осталось 100 километров, то мы, ну примерно, то мы прошли где-то в районе 1000 уже. Время у нас получается местное, это 17 часов 19 минут. В пути мы уже где-то, сейчас точно скажу, в 6 утра мы выехали, с 6 до 6, 12. Не, подожди. 11 часов 19 минут мы едем, практически без остановки. Сейчас, друзья, что-то не остановился, надо было остановиться, заснять. Такое было место, там даже не помню, как было написано, ну не просто как бы табличка, да, а что-то прямо так было оформлено. Короче, там было место вот километров 50 сзади. 1770. Подожди, Дима, подожди. Что в этом месте, если на обратном пути получится, остановлюсь. Просто пока не забыл, скажу. Что вот в том месте, которое мы проехали, стоит какое-то обозначение, не помню, оформленное.
что там впервые явилось, как сказать, явление. Да, произошло явление Пресвятой, да, Святой Богородицы в 1700 году, представляете? И там это место, и написано «Святой Источник» там. Вот так вот. Где-то там, видимо, родник или что, я так думаю. Святой Источник. И в этом месте первый раз явилась Пресвятая Богородица в 1700 году. Даже такие места есть у нас в нашей необъятной родине. Вот так вот, друзья. Подустал, конечно. 1000 километров сидим. Вся опа уже плоская, мне кажется. Вам-то там нормально, сидите там. Вы-то можете там и так, и всякое, и поспать, и что-нибудь еще. Я-то все сижу вот, ну, можно сказать, 12 часов, 11 с половиной часов. На дорогу только смотрю. Вот. Ну ладно, маленько осталось уже, ерунда. Пока еще не звонили на квартиру, скоро звонить будем. Только списывались, но звонить не звонили. Скоро въезжать будем в Тотьму, по красивому мосту. Там красиво должно быть. Церковь с красными куполами. Ну, если она на берегу, мы увидим ее. По Тотьме уже не будем там ездить. Охота отдохнуть уже после такого большого пути. Сразу на квартиру и все. Отдыхай. Время местное в Тотьме. Получается, я от нашего вычитаю просто. Так, 19. 18:32. До Тотьмы остается 50 километров. Дорога сразу поменялась в лучшую сторону. 50 километров не до Тотьмы даже уже, а до нашей квартиры, до нашего дома, где мы будем жить. Вроде бы говорил, если говорил, повторюсь, значит, что мы уже созвонились. Хозяйка сказала, там девочки нас встретят, ключи, чтобы передать от квартиры. Короче, скоро будем въезжать в Тотьму по большому мосту. Там я смотрел в интернете, по ютубу даже я смотрел, город Тотьма. Там большой мост и там церковь такая красивая на берегу с красными куполами. Сейчас посмотрим, если увидим ее. Короче, друзья, конечно, подустал, но так в целом вроде неплохо. Вот так, если куда-то ездить, например, да, 1000 километров в день, как бы без проблем, ничего страшного. Думали прямо, вот я думал, тяжело думал, там, это прямо вообще конкретно, с Аллой меняться будем, да что, не, как бы не понадобилось, Алла не понадобилась, вот. Так что, можно, короче, ездить. Только чтобы дорога, главное, была хорошая и погода. А то мы полпути, наверное. Да это какой полпути больше? 80% пути под дождем едем, наверное. Ну, такой вот. То дорога сырая, то прямо поливает, дождь идет. Ладно. Осталось совсем немного, скоро будем отдыхать. По местному 7 вечера доходит, еще раз скажу. Все. Едем, скоро будем заезжать в наш пункт назначения. Город Тотьма, Вологодская область. Ребята, заезжаем в Тотьму. Она находится на реке Сухона. Река Сухона. Вон храмов сколько, смотрите. Вон красный купол, да? Видно, да? Через 600 метров поверните направо. Смотрите, это Тотьма. Мы в ней будем сейчас ночевать. Река Сухона называется. Вот и шар. Где направо-то? Ну-ка, покажи мне. Через 600 метров. Сейчас. Поверните направо. Поверните направо, все. Поворачиваем. Все. 1 километр 500 метров. Савина. Называется Савина. Вон впереди храм такой стоит.
Это у нас Тотьма. Наконец-то. Ребята, мы преодолели 1100 километров. Это наш рекорд. Тотьма. Тотьма, но там на знаке было Тотьма. Так, все прямо, да, пока едем? Да. Потом туда. Видно, храм стоит вот с красными там. Не куполами, но что-то там красное. Магнит прямо около дома. Вологодская область. Вон какой храм, видите? Прямо еще. О, в районе храма. Смотрите. Офигеть, да? Через 300 метров поверните налево. В смысле 300? Все, туда. Куда? Туда. А что он говорит налево-то? Дурак, что ли, вообще больной. Налево, прикинь. Сейчас не торопись, сейчас опять будет налево. Куда-то нас вот налево. Поверните налево. Без какого предупреждения, просто наобум налево и все. Я-то не вижу эту перед собой карту. Сейчас посмотрим, друзья, где будем жить. Через 200 метров поверните налево. Вот куда-то уже магнита. Въезжаем. Ага, напротив, сейчас налево. Вот тут уступаем, тут главная дорога сейчас. Перекресток. Поверните налево. Лево, туда, туда. Где магнит-то? Все, налево. Куда прыгнул? Где трехэтажный дом? Посмотрим Тотьму маленько. Вот такой небольшой, аккуратный городишко. Проходите, как сказать? Татьмяночки. Прямо, да? Прямо. Через 300 метров поверните направо. Ага. Понял. Да что? Там впереди какая-то пушка даже стоит. Да что? Прямо нам? Да что, мы левый и правый, мы ничего не видим. Куда он там, куда? Все, понял. Вот сейчас, да, наверное? Нет. Остается. Вот. Он поздно говорит. Через 200 метров поверните налево, а затем поверните направо. Но как-то так говорит, не очень удобно мне, не очень нравится. Потише. Тихо. Заезжаем. Вот сейчас будут новые трехэтажки, видать, всякие. И мы где-то в одной из них будем жить. Вон там, видите, всякие дома. Здесь частный сектор идет. Вот так вот. Это у меня штурман. Штурман, Алла Штурман. Самая фамилия, что ли? Штурман, да. Алла Штурман. Алла Петровна Штурман, да? Да, это твоя фамилия. Вот, ребята. Так, где-то мы здесь. Сейчас налево. Сейчас налево. Поверните налево, а затем поверните направо. Ох ты, нифига, мы въезжаем в такие прямо это. Коттеджи. Нифига. Смотрите, какие домики классные. Вот. Дима, хотел бы жить в Тотьме? Да. А что, наш вон тот, что ли, с коричневой крышей такой? Нет. Красивый такой. О, что-то трясет. Прикинь, сейчас ты деревянный. Да не. Сейчас все будет тип-топ. Через 200 метров поверните налево, во двор. И он будет тут стоять. Вон он торчит. А, ну тоже хороший, слушай. А это что за зона? Какая зона? Ну, что за колючка вокруг какая-то? О, это что, зона что ли? А? По-
похоже. Да, сейчас спросим, что такое. Прям, смотри, прямо. Что для зоны, это больно шикарно. Прямо ограждено такое, прямо это, так строго все. Что? Вот, мне кажется, вот адрес. 29Б. Верните налево, во двор. Во двор, а ты куда повернул? Вот он, 19. Вот поездочки, вот конец. Б. А кто ехал? Молодец. Надо Б? Сейчас посмотрим. Вот это, короче, какой-то из наших домов. Надо во дворе парковаться, будет. Сейчас будем. Да, сейчас будем парковаться, посмотрим. Звоните вообще, узнать, который дом. Сейчас. Разберемся. Я думаю, мы тут одни. 159 регион. Наш дом номер 19. Мы будем как раз на третьем этаже жить. А вот 19, это 18. Это 18. Где тут встать? Это круто. Можно. Что, может, здесь можно? Так, третьем этаже. С небой распуска. Не знаю. Сейчас посмотрим. Где 19 номер? Это 19Б. Это, возможно, 19.